Друзья, всех приветствуем! Сегодня на завтрак мы приготовим конвертики из лаваша с яйцом и луком. Лук мы порежем, яйца потрем на терке и все завернем в конвертики из лаваша. Лаваш я порезала вот на такие небольшие квадратики. Теперь мы лук добавляем потертым яйцам. Немного посолим. Черным молотым перчиком посыплем. Все перемешаем. И будем заворачивать конвертики. Рулетики мы закрутили. Теперь делаем кляр. Берем 2 яйца. Немного подсолим. Добавим ложку сметаны. И все хорошо перемешаем до однородной массы. Рулетики обмакиваем в кляр. И отправляем на разогретую с маслом сковородку. Обжариваться. Все поджарили. Вот так вот у нас получилось. Я думаю, это замена пирожкам, когда совсем нет времени возиться с тестом. Сделали начинку, завернули в лаваш. Вкусно, аппетитно. Рекомендуем. Всем приятного аппетита. Всем спасибо за просмотр.